Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша играет, и я продолжаю мучить Маури на уровне сложности божество. Sid Meier's Civilization 6, да. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Итак, у нас такая вялотекущая война с Колумбией пока. Так, у нас тут надо спасать успешно. Добыли канализацию. О, раз мы успешно добыли канализацию, может мне ее и открывать сразу в химию идти? А, так я ее и открываю, в общем-то. То есть можно не ждать два района пригорода. Видите, я тут где-то достраиваю, по-моему. А, это в этом городе тут. Да, ладно, тогда не будем ждать, сразу идем в химию. Надо науку поднимать. После химии, наверное, можно и в авиацию заглянуть. Начать самолетики делать. 2-3 плана, чтобы увидеть и ближайшие, и Колумбию помучить. А потом я, наверное, пойду в уран. Я точно хочу кинуть ядерку в Канаду, например. Так. Попробуем корпус добить. Отлично, очки к эпохе за это дают. Тут апнем. Бравых. Кстати, я вот думаю, что надо бы поставить карточку на плюс одно действие на своей территории. Или, да, вот, логистику нам надо. Давайте вместо улучшения... Подождите, я всех юнитов улучшил? Надо проверить. Если я всех улучшил, то я бы... Так, а какие у нас еще могут... Так, кирасиры. Ну, осадная башня у нас, по-моему, да, еще не открыта. Она в меди капается. А вот остальные... Горацио, строитель, каперы пока... Вообще, я бы, кстати, знаете... Вот разведчики... Давайте разведчика апну. Как раз на территории. О, тем более у меня там Мехико хотел в рейнджера. Так, стрельцы и пикинеры еще не апаются. Мушкетеры, полевые пушки, кирасиры, кавалерия. Да. Знаете что, давайте я все корабли уже постепенно буду к себе возвращать. Хотя этот у меня плывет. А, слушайте, могу в подлодочку. Не, знаете... Не стоит апать в подлодке по той простой причине, что у них медленнее ход. Это, кстати, меня удивляет постоянно. То есть у капера 5, а подлодки на 4 будут. То есть, ну, когда вы в войне, это понятно, что подлодки лучше, потому что они сильнее. Но вот в такой ситуации, когда вы куда-то плывете, я не понимаю, почему подлодка внезапно медленнее начинает плыть, чем капер. Как вообще? Как это можно объяснить? Так, вот это я в свои... Территориальные воды, наверное, буду возвращать для будущих апгрейдов. Так, и где там еще один капер вот этот? И этого буду возвращать. Ну, сюда, например. Так, и каравеллы у меня тоже где-то плавают. Не, это у меня точно исследует пока. Я бы ее, наверное... Хотя не, можно возвращать. В принципе, вот так потихоньку. Поплывем. И вторая где? Это на автомате тоже плавает. Так, эту сюда давайте пока. Странная игра показывает. Путь, вы видели, да? Что это? Что это вот это за путь? Охренеть просто. Конечно, поиск пути тут просто офигеть. А, ну типа, потому что тут закрыто, да? Типа у нас закрыты тут границы. Ну, я все равно подойду, но... А, подождите, какой... Я компьютеры только открыл. Ребят, мне надо компьютеры... Мне надо дамбы сразу ставить. Так, три хода. А когда у нас тут еще 12 ходов? Нормально, тогда достраиваем и ставим плотины. Точнее, не дамбы, а плотины. Здесь не надо. По-моему, на этом...
Нет, тут, кстати, требуется. Неужели заливает? Охренеть, да, первой волной. Ну, это на самом деле город не утонет, да? Но будет считаться, что все в центре города поломано. Так что я бы лучше плотину построил. И, кстати, сначала плотину. Тут уже долго морской порт строится. Так, в Пуэль-мапу надо. В Певен-мапу надо. В общем, давайте все пройдемся. Посмотрим просто по очереди. Тут поставлено в очередь. Поставлено. Так, ну все нормально. Все нормально. Хорошо, так. Возвращаемся к нашей войне. Тут у нас пушечка два раза выстрелить может. Теперь добьем. Наверное, артой. Да, надо купить дрона. Кстати. Надо купить дрона. Беспилотник 840. Нормально. Ну, чтобы арта на две клетки стреляла, и мы начнем уже на этот город нападать. Тогда так, тут все еще постою. Пускай он меня атакует. Давайте, наверное, кавалерии проатакую этого парня. Она вылечилась. Тем встану в город, чтобы как бы на дороге находиться. Ну и пока все, видимо. О, так дрон уже сразу работает, как я его купил. Отлично. Это здорово. Я думал, он не будет работать. Только купленный. Отлично. Он в радиусе. Ему не обязательно как бы на клетке. Он в радиусе одной клетки вокруг всем дает дополнительно. Так. Тут военную академию я достроил. Наверное, давайте шпиона. Торговца я сейчас куплю просто откуда-нибудь. Военный инженер, наверное, не ну. Хотя можно железную дорогу проложить, кстати. Давайте я, наверное, шпиона, потом военного инженера. Или, блин, или мне корпуса все-таки строить и объединять в армии. Знаете, может, корпуса пехотинцев хотя бы. Давайте, наверное, да. Корпус два хода строится. И тут, видите, я корпус пушки строю. Арту пока, я думаю, что у меня корпуса арты достаточно. 69 силы. Это даже бомбардами, на самом деле, берется. Не то, что артой. Так, тут мы рынок завершили. Как я и сказал, торговца надо купить. Да, у нас тут самые выгодные из доступных. У Энтемапу Раки Дед. Но я бы лучше на производство. Вот, из Чанши в Адис-Абебу, из Уэльямапу. Уэльямапа тут. Чанша тут. Ну, я бы, наверное, из Чанши отправлял. Так. Тут рынок завершен. 8 ходов до 7. Я кампус буду строить. Тогда давайте пока фабрику, наверное. А какое тут соседство у нас? 4. Блин, может, и не надо фабрику? Потому что, смотрите, тут и так есть производство от фабрики вот от этих городов. Ну, раз, два, три, четыре. Поскольку не в курсе, фабрики влияют на 6 клеток вокруг себя. Тут имело бы смысл строить фабрику и потом угольную. Первый вариант, если бы у нас было высокое соседство, чтобы угольная электростанция давала столько же производства. А так как тут 4, то это мало. Либо, если бы фабрика влияла вот на город, где Магнус сидит. Потому что Магнус прокачан на кооперацию. Показатели производства в городе повышаются от всех зданий с региональными бонусами в промышленных зонах, а не только от первого из них. То есть на этот город влияют все фабрики. Но тут раз, два,
3, 4, 5, 6. Не дотягивается. Я не вижу смысла здесь фабрику строить. Мы ничего не выиграем по-хорошему. Это только трата производства. Поэтому, наверное, водяную мельницу тогда. Акведук, видите, нам тут некуда поставить по-хорошему. А, дамба. Слушайте. А, дамбу, наверное, я бы построил тогда. Так, а в Уильямапу у нас акведук тут ставится. Тогда можно сюда дамбу из Чанши, да? Потом сюда производственную площадь. Давайте так и сделаем. Сюда акведук. Где он? Сюда промышленную площадь. Отлично. Ну, восходительный знак типа невозможно строить, потому что здесь руинки, но мы их соберем. Кстати, я где-то, по-моему, строил археологический и... Да, в Нагмапу. И вон у нас достраивается археолог, как раз все нормально. Все нормально. Так, дополнительная культура. Да, я тут хотел поставить логистику. Я уже все апнул. Где логистика-то опять потерялась? Вот вместо принудительной модернизации. Правда, считайте, целый ход потерял. Всеми походил уже и только потом поставил. Вот там Петр со всеми мир заключил. Варварский клан Каменного Коршуна основал Нгасгаргаму. Это вот этих, которых мы не убивали. Так, новый... Караван я уже купил. До следующей эпохи далеко. Окей. Как минимум 15 ходов. Финикия осудил Португалию. Две морские цивилизации на морях спорят. Нет, не будем это принимать. Византия меня осуждает. Чё это? А чё это? Где она вообще? Ну, вообще, настолько с Византией у нас разные сферы влияния, интересов и прочего, что я просто не понимаю, как можно меня осуждать. За что? Да, я помню, что я тут хотел этот... Заповедник, но нам еще два хода до роста. Так, закончились союзы с Гильгамешем и Матьешем. Так, давайте сначала с Гильгамешем продлим. Ну, у меня там посольства у него не было. Военный с ним. Подожди, у него алюминия, кстати, дофига. О, ну его даже продаст. Так. Хотя у меня пока тоже дофига, честно говоря. Подождите. Нет, тогда, наверное, не надо. Тогда не надо. Так, и венгр. У меня в Венгрии нету посольства. Странно, конечно. Давайте религиозный, культурный. Лучше с соседом каким-нибудь, который на тебя влияет, заключать. Так, союзы есть. И что тут с войной? Нам надо двигать арту. Если я сюда встану, ну не должен убить, я думаю. Мне просто надо защищать арту как-то. Так, и начинаем обстрел. Отлично работает. Так, а эту арту надо сюда ставить. Блин, но предварительно нам бы вот этого убить.
Отлично. Вот, кстати, кавалерию может убить город. Блин, боюсь пушку сильно вперед выдвигать. Так, значит, из Чинши в Адисабебу, чтобы побольше производства было. Этот у нас Степа Кайки. Киви бегал на производство, ну тут опять же в Адисабебу. Блин, 617 денег. Чё-то много, да? Так, пушка пока стоит. Этого археолога, ну, не то чтобы тут надо как бы сильно спешить с этим производством, но я уже на всякий случай сразу уберу. Так, Вапанга. Построили гидроэлектростанцию. У нас сейчас дофига должно быть электричество вообще везде. Канализация. Тут, кстати, тут есть жилье, а вот я бы ее стопудово купил в Капите. То есть 19 из 19. У нас это большой город довольно. Может, там Пингала сидит. Лян возвращается. Так, хорошо, что же Вапанга делать? Тут у нас все... Ну, давайте шпиона тут как раз. Тут можно шпиона построить. В Нагмапу археолог. О, еще одного шпиона. Подождите. Кого-то убили? Не, у нас просто их 4 стало. Канализация тут пока не нужна. Все-таки, ну, морской порт, в принципе, можно. Или зоопарк. А, нет, у меня зоопарк где-то уже есть тут. Вот тут, по-моему, зоопарк, да. Поэтому нету смысла. Этот зоопарк не будет так работать. Поэтому давайте, наверное, морской порт, потом центр вещания. Здесь пригород достраиваем. Наконец-то. У меня постоянно вот эти два пригорода никак не могу достроить. Боюсь, вот эту кавалерию меня убьют. Фух, чуть-чуть ему кирасира не хватило добежать. Ход кирасира. Так, источник сплетен венгру нравится. Венгр-сплетник. Давайте, конечно, с Россией дружить. Мы русофилы в этой игре. Кстати, так, стандартизацию открыли. Хочу посмотреть, может, я зря, кстати. У него война с Дидоной, это пофигу. Вот союз с Китаем мне не очень нравится. Но он дружба, правда, с Португалией, союз с Венгрией. Ну, в принципе, да. У него только вот у него не очень отношения с Гильгамешем получается. И союз с Китаем, это единственное. Ну, так, в принципе, норм. Так, продолжаем.
обстреливать город. Ну, в принципе, следующим ходом берется. Кстати. Так, а кавалерия что? Мы уже... А, мы вертолеты открыли. Мы открыли вертолеты. Так, пушечка. Ну, я хочу с четверочкой объединить. Давайте, наверное, вот так здесь... Нет, да, даже вот так просто сюда подойду и подожду, когда она подплывет. Так, здесь 10 жителей, я могу гавань строить. Ведь у тебя тут стоит флотоводец, ждет, там сразу можно будет маяк и верфь сделать. Даже не знаю. Ну и то, как бы. А за счет чего я получил уровень? Интересно тут. Ой, тут какая-то ГГшка еще. Ну это, по-моему, военная, не то чтобы... Блин, это валета окажется, прикиньте. Как раз когда я плотины уже все построил. Это окажется валета. Я этого капера сюда направляю. Я напоминаю про прошлые серии. Тут у нас раз, два, три. Три руинки собрать их. Дождусь, когда тут растает. И проплыву. Есть первая плотина. О, заказник. Слушайте, давайте сразу купим, наверное. Кайф. Вот эту бы клетку еще передать, да, но я не могу, потому что в первом радиусе. Тут следующим ходом начнем. Так, так может мне в пехотинца тогда вот этого апнуть? 95 золота. Давайте, наверное. Потому что тут, видите, уже корпус пехотинцев достраивается, и получается, что армию... Не очень сделать. Так, здесь два хода. А что-то два хода построить до той возможности, как мы сможем. Наверное, кампус буду строить. Наука нужна. Давайте тоже шпиона. Как раз три хода строится. Так, заработали Хатуса. Лян вернулся в город. Лян вернулась. Ну тут, по-моему, я уже ничего не могу. Все, что... Все улучшения, которые я мог, я построил. Лян, я имею в виду. Давайте глянем. 2, 3. Да, тут все. Раз, два, три. Это четвертый радиус. Ну, вот тут только жду нефть обработать. Копаем. Давайте ему на боливара возьмем. А помните, мы начинали вот с этих трех городов, да? И вот какая уже империя Маури. Красивая, огромная, розовая. У меня 10 послов. В принципе... Ну, во-первых, мы сейчас поотправляем, когда я везде сейчас лабы построю, мы их, конечно, поотправляем на шестыми послами. У нас два, ну, вообще один научный уже там, мы союзники, это Хатуса. А еще Фес, по-моему. Но больше научных нету, то есть Фес еще трех надо точно будет отправить. Да, еще нам мне бы хотелось. Кахоки, по-моему, пирамиды Кахоки позволяет строить. Негде мне пока делать. Так, есть химия. Вот, идеологию мы точно тут ставим сейчас. У нас, во-первых, соседство кампуса и промышленной зоны. Так, производство шпионов. Учетные банки. Вот сюда надо что-то вернуть. Содержание юнита или скидка
Так, ну я только пехотинцев могу апгрейдить, так? Уничтожение юнитов прошлых эпох еще можно, кстати, поставить как раз против. Или довольно... Ну, гарнизон у меня не стоят. Морские порты истинного возрождения, две науки. Давайте, по-моему, уничтожение попробуем поставить. Так, теперь везде начинаем лабы. Блин, не вырос город. Было же написано один ход, и он вырастет. Я хотел тут заповедник на самом деле. Ну ладно, придется лабу ставить. Почему не вырос-то город? Странно. Так, по эльмапу лабу. Три хода, ну как не буду покупать. Постой, три хода нормально. Слушай, такой производственный город стал. Ничего так. Так, отлично. Тут, значит, делаем армию. Первая армия. Тут мы этих кирасиров обстреливаем. Да, вообще надо город сейчас забрать сначала, чтобы тут было проще двигаться. Так. И так. И забираем пехотинцам. Или кирасир. Хотя нет, пехотинцам. Он даже, по идее, не должен по лояльности отваливаться сейчас. Ага. Так, давайте мы сначала уберем генерала, чтобы он не давал бонус кирасиру, а потом будем его атаковать. Это только Маури может, и по-моему еще норвежец. Так бы я спустился на воду и не смог бы уже высадиться дальше. Так, пушки подводим. Сюда буду ставить, чтобы я вот эту пушку могут проатаковать все равно. Но я не думаю, что тут кто-то будет сейчас нападать. Ну да, давайте эту выкопаем. Так, этот генерал мне... Ну, ладно, уберу его. Хай, хай валит отсюда. Так, что за великие люди? Флотоводец. Мгновенно предоставляет линкор с одним уровнем повышения. Ну, вообще, наверное, возьму. А что там следующее было? Присылать подводную лодку. Ну, плюс 20% производству юнитов, с другой стороны. Но линкор тоже неплохо. Линкор мне тоже нравится. Я даже его сразу... Это хорошо тем, что он просто, считайте, какой-то дополнительный уголь дает. Если что, я смогу линкор расформировать, например, и... Знаете, по типу укреплению района. И плюс один уголь вход будет. Так, что у нас по науке? Давайте смотреть. 383 Канада. 304 Зулус. 319 Вьетнам. Зулус я никогда не видел, чтобы по науке шел. Так, хорошо. По дереву технологий. Ну, Канада самая впереди. У меня в Канаде есть, по-моему. Ну, или был. Вернулся. Вот, возвращается сейчас. Ну, в Канаде, по-моему, у меня немного городов, куда я могу отправлять. Квебек, собственно, только. Ну, давайте попробуем. Так, корпус пехоты сюда идет. Тут стоим. Наверное, вниз исследовать. Одно город-государство увидим. А, это не город-государство, это отвалилось по лояльности.
Это все еще Колумбия? Вот столько тут города. Это Колумбия и города? Да. Слушайте, так Колумбия тут расселилась офигительно. Не знаю, что у нее, какие у нее проблемы тогда с развитием. Почему? Так, есть пригород. А, есть продуктовый рынок, наверное, чтобы быстрее расти. Здесь. Тут дальше. Куда мы дальше идем тут? По цивикам. СМИ. Ну, в принципе, можно ради губернаторского титула. Вообще, нам канализации стоило построить для демократии. Ускорение. Там дальше что-то у нас еще. Давайте я вот тут, наверное, куплю еще канализацию. Тут все-таки надо. Наверное, королевское общество сделаю. После лабы. Так, Вапанга много. Так, я купил канализацию в Капите и в этом. Значит, мне еще две канализации надо. Тут жилья дофига. Ладно, короче, надо подумать, где-то еще канализацию прикупить. Чингисхану. Хлопок промышленное производство могу. Ага, у нас вот тут хлопок. Так, хорошо. И был еще хлопок у нас в Апангу. Вот в Апанга, по-моему, я в Апанга никакого промышленного производства не делал, да? Давайте тут хлопок организуем. Давайте куплю столицы рабочего. О, у нас еще торговец появился. Еще один. Ага, так, хорошо, давайте глянем, какие у нас тут доступные пути. Из Инапиримапу. А, это из этого города сразу. Ну, кстати, а почему и не отправить с другой стороны? Как раз и город бафнем. Ну да, торговый за счет захвата города появился, конечно. Католики против католиков. Как вы думаете о космосе, когда я вообще пока не думал о космосе? Не знаю, что за претензии. А, и тем более, я тут сейчас как раз дорогу проведу вот этим караваном. Отлично. Тут у меня вообще нету дорог. 514 золота. Кайф. 4,5 тысячи у Канады. 4, ну, у Португалии я еще понимаю, откуда. А вот откуда Канада себе намайнила биткоинов, непонятно. Слышали новости, теперь еще можно будет майнить на SSD-дисках и HDD. То есть видеокарты не купить, теперь еще и будут жесткие диски и твердотельные не купить. Кайф. Мишкольц. О, а что, венгр воюет с арабом? Да не, вряд ли. Я тоже объявил войну арабу. Не, вроде у них нормальные отношения. С Китаем воюют. Не, это венгр с Китаем. А арабским? Просто куда эта армия так двигается? Ни с кем? А, он, наверное, этот город хочет захватить. Так, эти венгерский отворился, Мишкольц. Венгерский город. Так, строитель делает промышленное производство. 30% к созданию военных юнитов. Неплохо. Так, этот у нас хищение средств, ракетостроение и время выполнения заданий. Давайте куда-нибудь. Я бы к Мали отправил расхищение средств. У него тут есть. Хотя 208 что-то мало.
А чего у Мали так мало? Ну ладно. Все равно отправлю. У меня следующим ходом очень бустанется наука. Потому что построятся две лабы в больших городах, а в этом городе вообще на 100%. Прям потому что тут и соседство 4, даже 6. 6 соседств, охренеть. И город больше 15. Так, наконец-то поставлю заповедник. Посмотрим, как он тут будет выглядеть. Тут, конечно, форт надо убрать еще. Как... Блин, как странно пошел караван. Я надеялся, что он как-то вот так пойдет. Так, а что я хочу следующее брать? Вообще по-хорошему Картахену бы. Наверное, вот с этого военного лагеря надо начать. Раз вот так сюда и подойду. Ну и вообще надо эти построить, конечно. Аэропорты. Кавалерию нету смысла ставить. Если меня иногда там спрашивают тоже, почему я кавалерию не ставлю на защиту, на оборону. Они не имеют бонуса от этого. Считается кавалерия... Это еще с давних времен, кстати. Мне кажется, вообще со второй цивы, если не с первой, что... Кавалерия не может иметь бонус к силе. А рукопашные, там вот стреляющие, например, если вы ставите в оборону... Я не помню сколько, наверное, плюс 3 дается. Приблизительно. Ну, если их атакуют. Обстреливаю. Блин, на контроле. А, я уже походил. Я походил уже. Просто хочу красивые уже проплывы везде видеть, все континенты видеть. Так, 13 послов. Есть ли мне смысл куда-нибудь отправлять? Ну, вот это плюс 6 с электростанции. Я бы, наверное, Кардив добил. Тем более, что он дает плюс 2 единицы энергии за каждое здание в гавани. Пускай уже будет. И плюс 6 производства сейчас с электростанции еще будет, так? Хатуса и так мой союзник. Мехико. До 3, наверное, можно сделать. Вильнюс. Центром вещания. Ну, вообще... Вообще, вы знаете, Вильнюс надо засоюзить. У меня есть высокие... Вот, смотрите, что сейчас будет. У меня есть Вильнюс, недооцененный иногда город-государство. Вот смотрите, у меня есть вот плюс 5, например, да? То есть он влияет на соседство район, театральной площади. У него просто такое описание не очень понятное. За наивысший уровень действующего союза все ваши театральные площади получают плюс 50% к бонусу за соседство. То есть там, возможно, сейчас до плюс 8 вырастет, если я его засоюжу. Давайте глянем. Тут надо 8 послов. Смотрим. Ну, видимо, пересчитать надо. А, нет, плюс 10. Плюс 10 стало. Просто 10. То есть в два раза выросло. Тут еще вот на картинке не пересчитано. А если наводишь, то уже пересчитано. 10 культур, тут 6, очевидно. Да, тут 4.
То есть, как вы понимаете, Вильнюс очень добавляет культуры, если у вас есть уже театральные площади с неплохим соседством. А они у меня есть. Так, у меня еще осталось 4 посла, это мы на фес подержим. А что держать? Давайте сразу уже сделаем. Как бы следующим ходом он и заработает, в общем-то, сразу. Вот и все. Так, морской порт готов. Есть жилье. А, нет, не готов, он строится еще. Почему меня сюда перенесло? Иннермаппу. Давайте, наверное, амбар пока. А, это у нас недостаточно жилья, понял. И больше могу караванов поддерживать. Нет, так я уже купил караван. Шотландия мне не даст прохода, у нас с ним плохие отношения, да? А, нет. Можно договориться. У него же еще соль, кстати, на торговлю. И право прохода. Я с него однократно возьму. 120. Хватит. 120 хватит. Вильнюс объявил войну Великой Колумбии. Это, конечно, прикиньте, в реальности было бы так. Литва объявляет войну Колумбии. Все такие, чё? What the fuck? Слишком мало времени отводите научным изысканиям? Серьезно? Не, понимаешь, что Канада тут сам больше всего 404, но мне сейчас кажется, у меня будет тоже где-то под 400 вот прям этим ходом. А Канада получит в свою наглую канадскую рожу ядерку. И, блин, не вижу. 391, ну. Кто-то мало проводит изысканий. Давайте, наверное, Пингалу. А, блин. Вот видите, тут вот Пингала, конечно, в том городе на гранты на космическую гонку не очень. Ладно, пора мокшу уже брать. Последний. И... Я, может, Пенгал уже в столицу вернуть? Ладно, давайте в пуэль-мапу. Пока мог, что. Не знаю. Конечно, на гранты надо бы все-таки прокачать. Так, этим пойдем убирать порт. Тут мы ждем все открытие возможности обрабатывать нефть. Странно, почему я повел пушку? Хочу объединить в армию.
Так, мне кажется, еще одна армия нужна наземная для ускорения, не помню чего. Блин, фашизм. Слушайте, я аж три военные академии, наверное, могу построить. Одна есть. Нет, у меня только два лагеря. Ладно, давайте пока канализацию. Мне надо еще две канализации. Где у меня меньше всего жилья остается? Ну, давайте Вапанга купим. Не ускорилось. Опа, убили шпиона Вапанга Японской империи. Так, тут есть, тут есть. Ну ладно, давайте в этом городе купим. Все, избирательное право ускорили, можем спокойно в ядерную программу идти. Тут, наверное, спасать будем нашу пушечку. Ну, не хочу я вертолет апгрейдить, конечно. Я просто постою. В танчики можно открыть и кирасиры в танчики апнуть. Блин. Так, а как мне тут вылезти так, чтобы... Не, давайте пока постою, я следующим ходом лучше вылезу, добью этот лагерь. Он, кстати, хорошо стоит, да? Вот он и защищает подходы. Убийца тут поворуем, пограбим скаутом на дальних подступах империи. Так, а когда у нас уже три хода до первого затопления, а у нас плотины уже построены, нам уже ничего не страшно. У канадца, кстати, тоже все построено, к сожалению. Надеялся, может, его позатапливает немножко. Блин, я еще могу шпионов строить, на самом деле. Так что, наверное, давайте шпионов и построим. Так, и тут я думаю, что там, где лавы построены, уже можно даже переключаться на науку по максимуму. И 423 науки. Вот я уже и в лидерах. У шумеров еще один город. У шумеров уже второй город отваливается. Киш был первым, теперь Лагаш. Странно, что у него проблемы с лояльностью такие почему-то. Ну, наверное, можно строить просто лабу здесь пока. Я не вижу смысла. Так, тут даже на еду можно не включаться, потому что он оккупирован считается. Не вижу смысла даже эти защиту. Хотя, слушайте, вот эти гитаристы, блин, долбаные. Ладно, давайте починим стены на всякий пожарный. О, не успел три армии. Подождите, может все-таки... Не, ну я хочу увидеть... Или танчик сначала. Какая-то у меня нефть. Вот я бы у кого-нибудь нефть купил. Алюминий, я смотрю, все готовы продавать. Типа алюминия дофига. Может тогда и эти сделать. Вертолетик. А нефть? А нефть только у меня есть? Ничего себе.
это прикол. А чё так? Как же это все произошло? Не, ну уверен, что нефти у других нет, просто они ее не обрабатывают по какой-то причине. Вообще в них не вышли, что ли? А, я знаю, почему у Финикии с португальцем плохие отношения, потому что Финикия не любит, когда много городов на море. Естественно, что у португальца будет много городов на море. А меня он, видите, стал больше любить, потому что у меня уже стало городов внутри континента больше, чем на море было. Нет, не надо. Чё? Последняя нефть хочет меня забрать. Ух ты, 489 науки у венгра, между прочим. Венгр тоже ломанул. Что-то Колумбия вообще ничего не сделала в этом ходу. Подошла этой катапультой. Ну, давайте смотреть. Есть уран. Отлично. Есть уран. И давайте вообще поищем. Может, еще где-нибудь будет. О, еще один уран будет, когда я захвачу колумбийца. Этот не нам, не нам, не нам, не нам, не нам и не нам. Отлично. Два урана меня устраивает. Так, следующего шпиона отправим к шотландцу, похоже. Блин, а у него негде деньги тырить. Ладно, придется отправить туда, где можно тырить деньги. О, 696 у индуса. Кайф. Дальше. Морской порт завершили. Ну, тут ничего делать. Судоходство в гавани. Натуралисты. Кстати, у меня, наверное, ну, например, как минимум вот эти горы, походу. Давайте я вот здесь куплю. У меня должны быть где-то... О! У меня даже несколько можно будет. Слушайте. Прям кайф. Так. Окей, тут купим. Так, у нас тут вообще 7 жителей стало. А, блин, 10 надо, ё-моё. Ну, может, пригород тогда, чтобы быстрее просто росло. Кампус я, наверное, сюда тогда поставлю. Давайте пригород. Ну, просто там на еду потом здание сделаю. И куплю строителя здесь, чтобы уран обработать. Так. Ну, давайте танчики откроем. А потом космопорт. Или расщепление ядра. Чтобы побыстрее ядерку кинуть. Да, давайте на расщепление ядра. Хочу ядра. Ядра чистый изумруд. Ух ты, еще плюс к дальности. Не буду прокачивать арту пока, если мне надо этот лагерь сначала убрать. Поэтому, наверное, возможно, следующим ходом. Так, наверное, я сюда выйду. И надо захватить. Так, два.
Наверное, все-таки кирасиром захвачу. Видели я этого в лагере стоял инквизитор, и он за счет того, что он умер, видите, снизился катализм. Ну, мне это пофигу, я уже полностью, кстати, там колумбиец религии вообще как не побеждал. 20, 31, 50 католицизм. Ну, короче, тут, походу, весь наш континент, скорее всего, был в католицизме. Хотя нет, тут у венгров вон буддизм еще теплился. Ну, тут все католицизм. Китай, католики, шумеры, католики. Даже, походу, Менелик уже католик, хотя у него свое православие. Нет, ну тут часть. Это Вьетнам. Вьетнам католик. Давайте еще раз глянем, может, мне католицизм что-то дает приятное. Ну, ваты вообще я могу. Все-таки, может, храмы построить и ваты купить. Божественные все чудеса света. Тоже четыре веры, между прочим. Не, в принципе, католицизм тут неплохо. У меня. Так, а за счет того, что натуралисты могут несколько, давайте, может, я еще одного тогда куплю. А почему не... А, там у меня рабочий стоит. А, тогда следующим ходом. Или, в принципе, что, вкладывать? Тут по дороге добегут быстро. Да, что ж в этом... Ну, видимо, все-таки... Мне подводные лодки не нужны. У меня есть три капера. Мне этого хватит, чтобы ядерки бросать. Остальное аквапарк тут тоже не нужен, потому что это довольство дофига. Судоходство в гавани сделаем. Пока встану тут, постою. Блин, может объединить... Давайте, наверное, объединю в корпус, чтобы убрать ее отсюда из-под обстрела. Такой вот чит получается небольшой. Они оба первого уровня, в принципе. А зато я убираю из-под обстрела двумя городами. Я думаю, убили бы мне этого кирасира стопудово. Так, тут просто постоим. Наверное, на Картахену пойду, потому что побольше населения. Ну и тем более уран, по-моему... Нет, к Кумане относится. Ну ладно. Двигаем пушечку. Двигаем пехоту. Так, эти тут стоят. И линкором, я надеюсь, тут откроются... Ой, блин, мог обстрелять эту коляску. Что он тут появился? Я бы сейчас его ваншотнул. Не заметил, что коляска приплыла. Ни с фига. Просто не приплыла. А хотя, наверное, приплыла, возможно, даже. С этими тараканы, которые проникают со всех щелей к тебе на территории, это, конечно... У меня, правда, свой таракан вот есть, видите, тоже. Давайте, наверное, вот... Разрушим... А, блин, у нас... Он тут может стрелять. Ладно, давайте тогда отойдем пока. Тогда лучше вот тут поразрушаем. А что это у него вот это построено вот такими? А, это его эти хасьенды, асьенды. Идем таяние ледников. Ну и сможем, кстати, вот эту руинку собрать. Потом еще к этой проплыть. Эту, к сожалению, пока не можем. Центр вещания в Нагамапу. Лаба. Не знаю, аэропорт не хочу. Хотя тоже можно построить. Но я, может, в эти города. У меня тут есть две клетки, неиспользуемые по-хорошему. Я подумаю еще. Так, тут лаба есть. Давайте на науку. Конкретно. 451.
И, в принципе, ну, промышленную зону, естественно, я не хочу леса эти убирать. Я тут, благодаря заповеднику, очень неплохо и так с промышленностью. Здесь не хочу убирать. Даже соседства нету. То есть, в принципе, промышленную зону в этом городе бессмысленно строить. Можно, кстати, канализацию, потому что три жилья. Пригород я не хочу строить. Опять же, тут придется все убирать. Давайте, наверное, канализацию один ход. А, он два. Блин, было написано один. Дайте я еще раз посмотрю. Не, уже два написано. Ладно. Ну, не обновилась, судя по тому, что я поменял на науку, не обновилась просто инфа изначально. Так, тут у нас используем флотоводца, сразу получаем верфь и маяк. И морской порт построим. Так, и у нас еще один караван появился. Круче всего из Уильямапу или Нгулумапу в Адисабебу. Так, Нгулумапу тут. Уильямапу. Ну, давайте, наверное, из Уильямапу. Тут не бегает пока ничего. Тоже будем город прокачивать потихоньку. Так, буря не страшна. Уровень с Гильгамешем повышен. Тут я... А, тут уже появилось у нас жилье. Пока жителей не хватает на кампус, но скоро вырастем. Так, тут убираем форт. В мире не так и много неоткрытого, боюсь, я не стану терпеть тех, кто пытается обогнать моих собственных исследователей. Это, наверное, имеется в виду, что я археологов использую. Финикии не нравится, когда другие используют археологию. Очень странно. Отдаю дань вашим научным исследованиям. Спасибо. Вот это хорошая девочка. Вот она и дружит, и восхищается, все зашибись. И она не умрет в этой игре. Хорошо, скрывается за вашими льстивыми речами и подачками. Я тебе вообще ничего не давал. Какие подачки? Вообще с тобой дел не имею. Маури стремится стать такой южной империей. Так, вот колонну транспорта можно апнуть башню. Ну, демократию не меняю, мне больше коммунизм нравится. Потому что плюс 10% к науке. Так. Можно кирасира апнуть. Так, давайте, как мы арту будем подводить вообще. Видимо, поставим вот сюда пехоту. Тогда эта арта вот сюда неплохо встанет. Я, наверное, сразу начну стрелять. Опять не буду апгрейдить. Ну и, соответственно, эту надо сюда ставить. Блин. Ну, кирасира все-таки сюда надо подводить, потому что надо защищать от подхода к арте. Но следующим ходом, мне кажется, этот город тоже упадет. Против поврежденных, боевым еще против укрепленных защитников. Ну, давайте так возьмем. Возможно, стоило оставить для лечения, после того, как ее проатакуют с трех сторон, но мне кажется, что ее могут убить иначе. Так, что с этим, с этой пушкой? Наверное, ничего не будем делать, пока тут стоим. Я в Адис-Абебу столько производства приношу, по идее. Ну, наверное, уже стоит аэродром построить.
что я там? Тоталитаризм лаба. Вот. Построить аэродром или взлетную на другом континенте. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. Тут, я думаю, что ничего не меняем. Шпионы, учетные банки. Летний план, рационализм, либерализм. Да, все как есть, оставляем пока. Ну что? Смотрите, у нас получается вот здесь один должен встать. Вот это один будет, а тут второй. А там внизу еще третий мне игра предлагает. Так, вот эту фигульку надо ваншотнуть. Так, этого я сюда хочу. То есть, по идее, я еще один могу национальный парк сделать. Вот здесь тоже, я так понимаю. Так что можно еще одного купить. Я давненько. Ну, это, конечно, за Маури. Это только за Маури, мне кажется, такое возможно, чтобы так много национальных парков, потому что ты, типа, не трогаешь лес просто. Лес не трогаешь, вот тебе и парки. Не хочу объединять кавалерию, потому что они в третьего уровня. Лучше их с кем-нибудь потом объединить. Так, пошли тут ремонтировать. Вон кукурузу отремонтируем. Куда у нас шпионы? Этот тут сидит. В Канаде. В Ньяне. В Дели я отправил. Так. Шотландцу некуда отправлять. Кто у нас тут вообще еще по техам может быть? По количеству может тех посмотреть. К Эфиопу не могу. В Ганди я отправил. К португальцу не могу. К шумеру не могу. Давайте к Зулусу. Там он тоже что-то ломанул по науке внезапно. Блин, и тут стены. А что ж ты везде стены-то построил? Ладно. Двадцать единиц мирового влияния. Бродвей кто-то построил. Так, на всякий случай. Дипломатия 7 из 20. Культура. О, я тут первый по культуре. Ну, я не верю, что можно тут на такое большое, огромное количество жителей, цивилизаций. Так, ну смотрим. Оба. О! О! Это я правильно сделал, конечно. Тут заповедничек. Так, и 800 стоит. Ну, я, наверное, тоже его куплю просто следующим ходом. Тут что-нибудь лучше другое построю. Блин, тут, конечно, бы аэропорт, но негде. Я не хочу... Или, может, построить на вот этой... Аэропорт, мне кажется, снижает лояльность... Ну, снижает... Или нет? Тогда лучше, может, это для космопорта оставить. Ну, то есть, а здесь бы я аэродром не строил в этом городе. Кстати, а вот если здесь ферму убрать, может, тоже лучше будет? Кстати, смотрите, вот здесь 4 еды. Давайте реально уберем эту ферму. Заказник, я опять же повторюсь, следующим ходом просто куплю. Тогда давайте... Блин, случайно залучился. Давайте какой-нибудь корпус построим, чтобы объединить.
Ну, давайте, может, корпус... А, подождите, у меня есть кирасир корпуса. Тогда просто один танк, а кирасиров апну в танк. А, блин, у меня... Не, ну нефть пока есть. Блин, ну ладно, я бы танк, наверное, не строил, потому что это будет нефть тратиться. Блин. Арту, мне кажется, уже бессмысленно объединять. Ну, можно, наверное, еще пехотинцев. Например. Или пушки еще. Давайте, вот у меня тут есть третьего уровня пушки. Давайте их... Ну, корпус пушек построю. Так. Шпион готов. Не знаю, стоит ли мне строить. Вот я бы здесь вот это место тоже для космопорта оставил. В столице еще есть места. Ну, придется какой-то из этих кладов. Или. Ну, короче, есть тут места для космопорта. У этого города вообще нету. А тут вообще нам нужен рабочий, чтобы геотермалочку обработать. Давайте строителя еще одного тогда. Так, дамбу завершили. Поехали кампус. Как раз вовремя. Плюс 5 к боевой мощи. Так, ну это только если демократию брать. А, я не могу встать, когда тут... Ну, это странно, ладно. Пропустим ход тогда. То есть, натуралист и археолог считаются с одного слоя, и они мешают друг дружке. Когда национальный парк основываешь, мешаешь копаться археологом. Не умер. О, приехал инквизитор быть сожженным. Кайф. Дружба со Вьетнамом. Почему нет? Хорошие отношения вроде. Меня прикалывает, что Шумер так и не смог вообще ничего забрать у Китая. У Китая, правда, вон Чэнду отваливается по лояльности. Кстати, а как они вот развиты? Дайте глянем. Китай 167, ну да. Шумер, очевидно, сильнее. О, новое время через 8 ходов. Так, ваш агент источник информации в Квебеке. Будем пробовать своровать. И источник информации в Ньяне. Тут тех никаких нету, ладно. Просто деньги тогда. Освободительную войну Чингисхану. А что он там захватил, какую-то ГГшку, что ли? Миш Кольц Карабу. Интересно. Смотрите, как он окружен Венгрией и Колумбией, но почему-то отвалился Карабу. Странно. Ну что, забирается? Чуть-чуть. Ладно, давай этим кирасиром заберем. Картахена, да, Картахена по лояльности будет отваливаться, потому что тут столица рядом довольно крупная. А, вообще 0.6 написано. Интересно. Тогда, может, и не будет. Так. Хочу убить миссионера. Не знаю, правда, зачем. Не то, чтобы я хотел уменьшать католицизм. Просто хочу... Люблю жечь людей. Чисто вот поэтому. Так, тут основываем национальный парк. О, тут за каждый национальный парк плюс 3 будут давать. Кайф. Так, и этот. Нормально. Блин, я не посмотрел, надо было еще посмотреть, может еще где-то можно национальный парк. Вот тут стопудово, да, тут еще национальный парк. Даже помню, он был отмечен. Прикол, конечно.
Это все выглядит очень круто. Так, здесь аэродром точно не нужен. Театралка. Пригород. Торговца. Так, во-первых, мы давайте вот здесь купим заказник. Вау. Не, ну я, конечно, тут еще и с престижем. Давайте еще подумаем, где-нибудь можно у нас заповедники. Имеет ли... Ну, вообще, в Энтомапу, видимо. Еще благодаря Эйфелевой башне у нас, короче, эти заповедники. Да, вот где-то в Энтомапу надо ставить. Или Уильямапу вот... Так, мне вот эти нельзя трогать, потому что будет заповедник. Вот сюда надо, ребята. Во. Вот тут заповедник вообще будет зашибись. Он улучшит еще вот это вот престиж этой клетки, по идее. Тут везде потрясающе. Да, три. Он до потрясающего улучшит, реально. Да. Причем, наверное, даже Уильямапу я здесь построю. А, нет, нельзя Уильямапу, потому что тогда... Если я Уэнтомапу буду строить, то я вот эти все клетки буду реально обрабатывать. А Уильямапу только вот, получается, вот на эти заработает. Так что только Уэнтомапу тут надо заповедник. Потом я передам эти клетки. Вообще, вот эту клетку уже можно сразу передать, потому что она слишком далеко для Тепа Кахиви. И вот эти клетки... Так, вот эту можно не передать, потому что она все равно никому не может относиться. А вот эти можно Чанше передать. Да, вот у меня и заповедники нормально заработали. По-моему, впервые, как я играю, что они хоть как-то реально влияют на игру. Канализация. Ну, давайте торговца просто построю, не буду уже покупать здесь. О, я наконец-то собрал тематически, что все средневековье получилось, да? И разных цивилизаций при этом. Первая геотермалочка. Так, у нас вообще какой-нибудь шанс на золото. Ну, то, что я в нормальный выйду, и мне кажется, уже не вызывает сомнений. 8 ходов. У меня 13 очков надо набрать. Давайте смотреть в эротрекере. Ну, во-первых, я, скорее всего, столицу Колумбии захвачу. О, первый... Я сейчас самолет сделаю. Я не знаю, буду ли я самым первым, но походу... Ну, самолет точно я сделаю. Вот биплан. Три хода. Я даже следующим ходом, возможно, его куплю. Так, дальше. Ну, может, все-таки Пингалу пока прокачать на гранты и... Ну, там все равно я делаю... Я все-таки поменяю потом Пингалу, но я все равно тут делаю судоходство в гавань, то есть плюс 100%. Что по великим людям вообще? Тоже очки же дадут. О, 750. Так, мне вот этого надо купить. 40. Я, по идее, должен за веру купить, да. То есть не покупаем пока натуралиста, купим Сергея Королева. Просто мало кто знает, но он маори на самом деле был. Да, ну Сергей Королев нужен. Ну вот это, конечно, приятно, 175 за каждый артефакт, но если бы я играл через культуру, конечно, было бы интересно. Так, Сергея Королева следующим ходом. Начинаем уран добывать. Хотя он у меня и так был типа от Хатусы, но
Когда вы ставите шахту, он плюс 3 дает, а Хатуса плюс 2. То есть нету смысла откладывать. Я с Магадиша в войне, да? Ну ладно, тут 33, он не особо мне, я хочу ваншотнуть. Это Колумбия, короче, у Магадиша армию купила и перлась ко мне. Той коляской. Так, ну ждем таяние снегов. А таяние, по идее, уже следующим ходом должен. Не, уже первая фаза пошла. 6 ходов. 6 ходов следующие. Короче, хочу разграбить. Блин. Почему не хватает очков перемещения, чтобы сразу это все грабануть? Ладно, я, наверное, тогда... А давайте араба подговорим напасть на Колумбию. Вот с той стороны я все равно все города точно не буду захватывать. Давайте, во-первых, посольство тогда. У нас вроде хорошие отношения. И давайте к священной войне с Боливаром. Думаю, что он хочет сам напасть. Вот одно золото ему дадим. Да. Отлично. Вперед. За цыганской... Так, корпорацию оливки можно основать. Промышленное производство нефрит. А... У меня вроде на нефрит тоже есть. Или нет, не было, наверное, все-таки. Культурное наследие ускорили, управление рисками ускорили. Ладно, не хочу я ресурсами сейчас еще торговать. Что нам здесь строить? Давайте, может, уже просто... А что по оказанию помощи, кстати? А, уже 0 ходов. Уже можно не пытаться. Ой, у нас кризис против меня. Катя, я сейчас за это получу очки эпохи. Еще. Всемирная выставка. Очков великих людей вход. Вот тут можно как раз, да. Давайте, собственно, в исследовательские гранты. Ломанем. Есть лаборатория, ставим на науку еще. Давайте ват тоже сделаем, потому что это три науки все-таки. Так, вот смотрим, если я уберу тут ферму, я считаю, что должно быть больше выхлопа. Так у нас 3, 2, 1 и 1 еще там, Вера. 3, 2, 1, 1. Да? Это потому что заповедник влияет только на необработанные клетки. Ну, не чудо ли? Что вот это вот за ужас такой? За Маури? Осуждает меня Китай. Очень-очень неприятны ваши осуждения. Можно быть таким тупым, и Шотландия меня осуждает. А что сейчас началось? Это за то, что я город захватил, что ли? Колумбии. Окружают богатей... В смысле каких? Где меня окружают богатейшие земли? Не, ну вот эти богатейшие земли, видимо, имеется в виду еще и богата. Да, то есть я их не игнорирую. Я их как раз захватываю. Видимо, это и имел Зулус в виду, что типа, что ты медленно колумбийца захватываешь? У тебя вот богатайшие земли. Захватывай. Ртуть, слушай, чувак, ты, кстати, вовремя зашел. Как раз вот ртуть и табак я бы с тобой поторговал. Это ты хорошо заглянул.
Слушай, ты должен, по идее, в золотой выйти. Смотрите, я сейчас получу очки за окончание кризиса, получу очки за самолеты. Во, плюс 4 за окончание кризиса вообще. Так, научные сообщества, шпионы, похитившие тех, кто не замечен, получают дополнительное ускорение. О, слушайте, вот это, Катя, интересно. Ну, блин, это вместо шпионов ставить. Тут неохота, честно говоря. Ладно, пока пропущу. Плюс 2 к боевой мощи при атаке города. Это уже у меня плюс 4, кстати, при атаке города. И 200 единиц мирового влияния еще. Зашибись. Так, я космопорт каким-то образом ускорил. Видимо, спер все-таки теху у кого-то. Давайте откроем. Кроме того, я куплю здесь уже самолет. Подождите, надо подождать. Во-первых, я тут хотел Королева купить в любом случае. Плюс 3 еще к очкам эпохи. Следующий, кстати, похуже. Ну, тоже хороший. Но Королев в данном случае, несомненно, лучше. Колясочка сдохла. Ну, я бы, наверное, на богату сразу же. Блин, тут опять военный лагерь. А военный лагерь богаты? Да, богаты. Просто я думал, если я Куману захвачу. Ну, придется Куману, кстати, атаковать. А тут, пожалуй, я возьму апгрейд. Ай, блин, я думал, еще останется. Да, я ж не на своей территории начинаю ход. Поэтому не оказалось хода. Давайте-ка я военный лагерь сначала починю. Чтобы его тут не убили случаем. Военный лагерь починю, а потом внешних укреплений. Так, сделаю. Так, а у нас тут караванчики бегают. Подождите. Подождите. Wait for it. Wait for it. Разграбить. Сила 89. Так, здесь корпус пушек ведем. Ой, красивые. Заповедники красивые. Очень мне нравится. Так. Кроме надо в энтомапы, чтобы заповедник тут построить. 7 населения. Ага. Давайте, может, мы в еду прям вдаримся. Ну, ремонт внешних укреплений один ход можно. Так, какой у меня вообще город самый производственный на данный момент? Восемьдесят пять, 129 ТП по Кахиве, так? 103 на Гмапу. ТП по Кахиве, очевидно, самый производственный. Так что мне тут и будем делать проект Манхэттен. А может, все-таки, ну да, Куману захвачу, чтобы уран обработать побыстрее. Храм, тут я строю в ад. Потому что один ход, а вера мне нужна, я лучше натуралиста еще одного куплю. Так, а здесь я хотел. Блин, у меня тут уже был один пригород. Вот я тут тупанул. Зачем я тут два пригорода сделал? Блин, я думал. Да. Я ошибся. Я ошибся, ребята. Биосфера. Необходимо соседство с пригородом. Слушайте, давайте тут биосферу построим. Чем плохо? Он дает плюс 200% производства энергии у всех видов ветроэлектростанций, геотермальных и гидроэлектростанций.
еще дает столько же. Я, правда, не знаю. И плюс престиж для всех клеток вашей империи, находящихся рядом с тропическим лесом, ну, это уже не совсем то, но все равно прикольно. Знаете, давайте построим. Просто прикольное чудо. Я очень сомневаюсь, что его кто-то другой еще построит или собирается строить. Вообще, в принципе. Так, кавалерия стоит, лечится. Этого рабочего сюда куда-то перебрасываем пока. Так. Найти источники. Ну, тут уже все исследовано практически. Наверное, можно возвращаться. А что мне вообще этот может дать Санта-Крус? Что ли, лояльность, что ли, была? Так, давайте открытые границы. С арабом пойдем тут исследовать. Ну, а тут просто буду Могадишо обстреливать. Даже, наверное, встану на гавань, чтобы ее разграбить. Железо нафиг надо. О, а тут оно поломано, кстати. Вот, ремонтируем железо. А у меня союз... О, у меня союз с Миниликом закончился. Не хочет со мной союз заключать. Блин. Плохо, у меня все караваны к ней бегают. Ладно, давайте к венгру отправлю. Как раз мы тут уже отвоевали проход. Ну, я думаю, что следующим ходом Менелик согласится, мне кажется. Не выглядит так, что у нас по какой-то причине могут ухудшиться отновить. И только минус 1 и минус 8. Смотрите, сколько плюсов. Ну... Ну, наверное, исследовательские гранты. Ой, судоходство в гавани не надо. Исследовательские гранты. Тут морской порт закончили. Кампус 13. Военный инженер, я думаю, не надо. Давайте я отремонтирую. Хотя тут уже практически полное, но не. Давайте судоходство в гавани. Ну, это для всемирной выставки я делаю. Так, ядерная программа. Ну, наверное, быстрое развертывание можно открывать. Собственно, как и фашизм. Три военных академии. Хотя, слушайте, три военных академии, если бы военный лагерь был... Казармы оружейные починены. Хорошо, ладно, холодная война все равно. Ну, эти нету. А, подождите, а у меня там что-то было доступно второе еще. Что-то без фашизма. Во, теократию давайте откроем. Не знаю зачем. Да я не успею. Слушайте, я не успею все равно ускорить фашизм. Нет, да, надо фашизм открывать. Потому что это, смотрите, один ход ремонт военного, один ход казармы, один ход оружейное, еще один ход покупка, собственно... Военная говорит, три хода, так я уже открою. Чё тут откладывать? Так, сколько ходов до конца? 7. Ну, должен выходить. Ух ты, Чингисхан требует с меня дань, вы посмотрите. Который, наверное, на эпоху отстает от меня, да? Давайте глянем, где у нас Чингисхан, который требует с нас дань. Блин, 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 там... Так, с дедом надо будет поторговать, я заметил, что у нее дофига ресов. Ну да, отстает на... Кого убили? Ну дайте посмотреть.
А, вот тут в лагере убили кавалерию, получается. Как он... Не пойму, как он ее убил. Кавалерия была уничтожена центром города. А, вот так. Но все равно что-то непонятно. Ну вот, как я и говорил, Менелик вот дружбу предложил следующим ходом. Че он там выкобенивался, непонятно. Спрашивается. Для кого были нужны... О, что это за тяжелая колесница убитая тут плывет? Знаете, я думаю, что продолжу я уже в следующей серии. Если вы не против, космопорты, захват Колумбии, ядерные ракеты, это все в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!